Большой привет всем, кто интересуется новинками ICO. Сегодня я проведу обзор интересного и перспективного ICO, который называется CUNOT. Рекомендую более подробно ознакомиться с этим проектом, чтобы не упустить возможность выгодного инвестирования. И начнем мы ознакомление с главной страницы сайта. Вверху мы можем видеть основные разделы сайта. Также на главной странице нам предоставлена информация о том, что сейчас идут частные продажи токена, который можно приобрести с бонусом в 19%. И стоимость одного токена SU 14 центов долларов США. На сайте есть ознакомительный промо-ролик, который вы можете просмотреть. CUNOT – это децентрализованная новостная платформа, использующая технологию блокчейн и созданная на блок-цепочке Ethereum. Мы будем использовать расширенный алгоритм, который будет использовать токены CUNOT, децентрализовать и революционизировать новостную отрасль. Основными преимуществами CUNOT является блокирующая инфраструктура, интеграция EasyToken и глобальная система, а также безопасность. На сайте вы можете ознакомиться с последними новостями. Также у вас есть возможность подробно изучить экосистему CUNOT. В данной отрасли есть проблемы, которые CUNOT выявляет и предлагает свои решения, с которыми вы можете также ознакомиться на сайте. Раздел продажи токенов. Мы можем видеть, что продажи будут осуществляться в несколько этапов. Частные, pre-ICO и публичные продажи. На каждом из этапов стоимость токенов будет разная. Мы знаем, что ранние инвесторы всегда получают наивысшие бонусы. Также разработано мобильное приложение, и мы можем ознакомиться с возможностями данного приложения. Это мобильный кошелек, вариант персонализации, аналитика, регулярные обновления, анонимность и безопасность. Также CUNOT предоставляет карту, с помощью которой вы сможете легко конвертировать CUNOT в валюту фиат. Она будет доступна по всему миру. Возможность будет обслуживания карты Visa и доставка в течение 14 дней. Также на сайте вы можете ознакомиться, как будут распределены токены. Мы видим, что команда оставила для себя совсем немного токенов, а большая часть пойдет именно на продажи. Также вы можете ознакомиться с тем, как будут распределены средства после продаж. Следующий раздел – это дорожная карта. В этом разделе вы сможете рассмотреть описание каждого этапа работы, сроки проведения и реализации проекта. Мы видим, что проект прошел и успешно уже реализовал свои первые этапы. Все последующие планы и задачи также четко распределены графиком продвижения проекта. На сайте есть white paper. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этим документом. Здесь вы можете прочитать об актуальности проекта, более детально рассмотреть бизнес-модель, также все экономические аспекты. И здесь подробно описана вся информация о токене. Название, обозначение, тираж, информация о покупке токена. Что хотелось бы сказать относительно команды. Она состоит из высококвалифицированных специалистов, также ведущих отраслевых экспертов и разработчиков. Советники и консультанты этого проекта имеют многолетний опыт работы в
крупных компаниях и консультирование уже успешно реализованных ICO. Внизу сайта мы можем видеть ряд соцсетей. Нам предлагают присоединиться к группе SUNOT в соцсетях и получать информацию о скидках, последних новостях и запуске программы бонусов. На этом обзор ICO SUNOT закончен. Анализируйте, думайте и совершайте только правильные капиталовложения. До встречи в следующих обзорах. Пока!